задача, чтобы рисовать мыльными пузырями, это познакомить детей с техникой рисования мыльными пузырями. Рисование мыльными пузырями существует много техник нетрадиционного рисования. Их необходимость состоит в том, что они позволяют детям быстро достичь желаемого результата. Рисование мыльными пузырями – интересная забава для детей и взрослых. Но взрослые не дети. Проведение занятий с использованием нетрадиционной техники рисования способствует снятию детского страха, учит детей свободно выражать свой замысел, учит детей работать с разнообразным материалом, развивает чувство композиции, ритма, колорита, объема, развивает творческие способности, воображение и полет фантазии. Для того, чтобы нарисовать мыльными пузырями, нам понадобится альбомный лист, гуашь, коктейльная трубочка, жидкое мыло, шампунь или моющее средство, кисточка, стаканчик, вода. Для рисования мыльными пузырями нужно сделать так. У меня вода. Я беру шампунь. И наливаю воду. Слегка размешиваю, смотрим сюда. Размешиваю. Потом наливаю в стаканчики. Чуть-чуть, много не надо. Беру краску. Гуашь, например, зеленый, красный. Можно синий вместо зеленого и желтый. Сейчас я их разбавлю. У меня получается синяя краска. Так. Потом беру желтую краску. Ребята, смотрим внимательно, потом будете повторять мне. Беру красную краску, разбавляю. Все вы любите мыльными пузырями? Да. Малый свет. Пускаем мыльные пузыри, да? А вы знаете, что мыльными пузырями можно рисовать? Нет. Да. Сегодня мы с вами попробуем нарисовать мыльными пузырями. Мыльными пузырями можно. Я приготовила раствор. Для того, чтобы вытянуть мыльные пузыри, нам понадобится волшебная палочка. И этой волшебной палочкой будет служить палочка для коктейля, трубочка для коктейля. Трубочка для коктейля. Трубочка для коктейля.
желаю. У меня получается шапочка. Желтая. Я выдуваю красную. Красная. У меня получается. И выдуваю синюю. Чтобы получилась шапочка. Беру лист. Он желтый. И накладываем так. Раз. Приложила. Два. Приложила. Еще один. У нас получается отпечаток, да? Отпечаток. Плохо развелось, поэтому сильно не видно. Мало краски положила. Такой должен быть отпечаток. Посмотрите, какие рисунки можно сделать вот таким же из пузырей, из мыльных пузырей. Мы сегодня будем с вами, рисовать мыльными пузырями. А теперь приступим к практической работе. Получается? Да. А я не могу. Вы делаете рисочек. Что?